Кировские школьники присоединились к всероссийской акции «Живая классика». В конкурсе юных чтецов принимают участие ребята от 10 до 17 лет из всех регионов России. Конкурсанты выбирают и читают вслух отрывок из прозаического произведения продолжительностью от 3 до 4 минут. В прошлом году конкурс собрал около 2 миллионов участников. Сейчас школы проводят первый отборочный этап. На одном из них в Хибинской гимназии побывала наша съемочная группа. Таня Савичева. Было столько же лет, сколько и мне теперь. Она могла бы уже давно вырасти и стать учительницей. Но навсегда осталась девчонкой. Шестиклассница Анна Нефедова читает отрывок из произведения Юрия Яковлева «Девочки с Васильевского острова». Это действительно живая классика, и каждое выступление аудитория переживает как свою собственную историю. В декабре месяце началась активная подготовка. Ребята должны были зарегистрироваться на официальном сайте конкурса «Живая классика». У каждого участника свой личный кабинет, где они прикреплялись к школе, выбирали произведения, выбирали своего куратора. Хибинская гимназия – постоянный участник литературного проекта «Живая классика». В этом году в школьном этапе пробуют свои силы 11 гимназистов. Для каждого это возможность проявить себя и продемонстрировать умения в искусстве литературного чтения. Сегодня в гимназии проходит школьный этап. В марте и апреле пройдут муниципальные и региональные этапы данного конкурса. В этом году к чтению вслух могут присоединиться и взрослые в рамках всероссийской акции «День чтения вслух», куда я и приглашаю всех взрослых нашего любимого города. Итоги жюри подводит за закрытой дверью. Задача у конкурсной комиссии очень непростая. Все ребята серьезно готовились и получили высокие оценки, но лишь трое из них примут участие в муниципальном этапе. Даже не в ударе была. Благодарственные письма получают учителя, которые готовили ребят. Каждый участник отмечен в той или иной номинации. А победителями школьного этапа признаны Марина Комогорова, Анна Нефедова и Алина Вострецова. Все постоянные участницы различных литературных конкурсов, конечно, очень любят читать. И раскрывают секрет, как добиваться результатов. Наверное, это запоминать и уметь прочувствовать каждого героя, каждую цитату, слово. Это надо понимать, ощущать на себе, все через себя проносить. В середине марта победительницы школьного этапа конкурса «Живая классика» примут участие в муниципальном отборе. А дальше – региональный финал. Его победители получат путевки в Международный детский центр «Артек». Так что мотивация у участников очень высокая.